Привет, друг. Продолжим обучение. На очереди у нас Т-34-57. Она хуже по броневому воздействию, потому что имеет калибр ниже, но скорострельностью данной машины выше. Также и маневренность, я считаю, лучше, но и противники, конечно, сложнее. Что нужно знать по данной машине? Не надо ехать в лоб. Лучше атаковать фланги. Это просто наилучший вариант, так как скорострельность позволяет, если с первого раза не убить, то, по крайней мере, хорошо критануть противника. Не просто так называют данный танк дырокол. Многие говорят, что данная машина плохая, но я не соглашусь. В общем, смотрим бой и смотрим, как я буду действовать, а я по ходу вам буду рассказывать, как лучше всего туда встать. Ну, вот это прекрасное начало. Мы лишились Джамбо и Хетцера. Не забываем, что мы практически в потолке. Можем встретить достаточно интересные машины. Нам главное заехать за точку А. Не забывайте осматриваться. Это одно из главных правил. Выехали, осмотрелись, поехали. Вот этот Джамбо. Увидели, я его даже не тратил. Внимание на карту. По мне кто-то выстрелит. В общем, от греха подальше уедем. Займем более выгодную позицию. Как вы видите, по этой дороге пока никто не едет. Это очень хорошо. Ну, для нас хорошо. Противник, соответственно, плохо. Не забываем осматриваться. Нам удалось перехватить инициативу. Дегараж 1. Вот, например, типичный клиент, с которым лучше не встречаться. Сейчас попробуем занять более выгодный пальчик. Внимание на карту! Тем самым не дадим возможности. Союзные войска захватили точку! Это боты. По крайней мере, я надеюсь. Все, у нас достаточно хорошая позиция. Мы не даем взять точку. Бляха-муха. Но боты палят. Не забывайте это. У нас тигр где-то сзади на... Да, М18 там еще. В общем, будем ждать атаки с левой дороги. Не стоит спешить. Особенно, когда вы в потолке. Еще немного усилий, и победа в наших руках. Так как у вас машина заведует
слабее. Вон, против. Минимум я его кританул. Это М10 был. Это свой, по-моему. Да, М10. Кто-нибудь, прикрывайте меня. Сейчас у нас будет атака с левой дороги, поэтому стоит ожидать. Там был, если я не ошибаюсь, Тигр М18. Соответственно, никуда не делись. М18, мы не санули. Тут еще и Тигр бьет. Тигр, скорее всего, будет на дальности стрелять. Так что учитывайте этот факт. Победа близка. Жопу. Наводчик минус, танк фар. Добиваем гусениц. Добиваем. Все. То есть, как вы видели, мы действуем не очень агрессивно, так как мы в потолке, и у нас машина хуже, чем большинство там танков противника. Поэтому действуем из засад, как, собственно, и надо. Противников осталось не так много машин. Просто ждем. Броняем точку. Стоит ехать на респаун, вот как, например, КВ-1 поехал, потому что это, скорее всего, заканчивается для вас очень печально. У нас на данный момент две помощи. Не забываем осматриваться, потому что, если я не ошибаюсь, у нас еще Тигр где-то по левой дороге ездит. Может быть, это он и отстреливает. В ближнем бою от Тигра с Тигром от вас останется фарш. Какое-то задание еще будет.
посмотрим. 8... Артиллерия готова. Точно в цель! Ну, если не скрыть, то бьем. Скрыть. В общем, захват точки вынуждает противника действовать агрессивно, атаковать. Ну, а мы будем все это. Вообще ничего там не видно. Конец боя можно немного порисковать. Какой-нибудь фраг еще себе выпить. Посмотрим, получится ли. Забыл. Ну вот и все. В общем, как я вам сказал, машина маневренная. Не скажу, что она держит попадание, но нам повезло. От нас срикошетил снаряд от Т-2. Против тигров, как вы видели, достаточно сложно бороться, но можно. В основном только в бок. В ближней дистанции все было бы чуть-чуть попроще. Пробитие у каморного снаряда достаточно маленькая, 120, и, скорее всего, в лоб вы не пробьете. Как я говорю, за броневое не очень, но скорострельность, как вы видели, дает свое. Если вы попадаете в потолок, соответственно, не надо рваться вперед, особенно если там захват точки какой-нибудь. В общем, до следующего урока. Спасибо, что смотрел. Ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока.